Разумеется, была и любовь, но большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. А теперь все прошло. Не гордиться, а стыдиться. По-моему, не дурно. По-моему, шаблонно. Он взял от меня все, что мог. И теперь я ему не нужна. Я... Спасибо, достаточно. Представьтесь. Ксения Игнатова. Пожалуйста. Котлет-то поешь хоть. Мам, ну какие котлеты? Ну чё ты так убиваешься? Я тебе сразу сказала, ничего не получится. Для этого нужны связи, деньги, взятки. У нас этого нет. Мам, ну вот талант это... Ой, таланту еще больше денег нужно, намного. У тебя есть кое-что другое. Красота. Это генетическое. Сейчас, подожди. Зараза. Сейчас, подожди. Посмотри. О! Смотри. Перед едой. После. Или во время. Во время. Может быть, мне что-нибудь рассказать? Пока не надо. Просто повернитесь спиной. Достаточно, спасибо. Ну что же, вы успешно прошли кастинг. Оставьте контактную информацию для связи. Следующее. Хорошо. Алло. Вечер добрый. А могу я услышать Викторию Колесникову? Мики нет. А это кто? Моя фамилия Левченко. С кем я говорю? Я Викина мама. Очень, очень приятно, очень. Вы должны гордиться своей дочерью, она прелестна. Я возглавляю жюри конкурса красоты. Вы не могли бы мне ее представить? Это зачем?
Это знакомство со мной может повлиять на будущее вашей дочери. Вы хотите обеспеченного будущего вашей дочери? Я вас слушаю. Не понимаю, откуда такие цены здесь берутся? Сколько надо зарабатывать? Мам, зачем мы вообще сюда пришли? Подожди, сейчас все узнаешь. Позвольте представиться. Андрей Алексеевич. Мой давний знакомый. Вика. Вот, разыскал. Да. Привет. Привет, Андрюш. Все. Снова я потрясен вашей красотой. Вы меня поразили еще на кастинге. С такими данными есть все шансы на победу. Ну, конечно, потребуется некоторое вложение в платье, косметика, всякие там, знаете, штучки, брючки женские. Сочту за честь взять все эти расходы на себя. Ну что вы, может быть, не надо? Ну что вы, знаете, наверное, мама вам не рассказывала. Я достаточно известная в городе меценат. Моя благотворительность нацелена на то, чтобы помочь пробиться, так сказать, юным дарованием. Знаете, вот, так что. Наслаждайтесь вечером. Заказывайте все, что вы пожелаете. Заказывайте. Пусть все запишут на мой счет. Шабли Аос, Анри де Вильямон. Резерв. Еду нам можно с собой? Мы на ночь не едим. Мам, ну куда ты столько набрала? Так было неудобно. Неудобно так жить, как мы живем. Ясно? Еще скоро все изменится. Выиграешь конкурс, заживем по-другому. Теперь пришло время назвать пятерку финалисток. Итак, Елена Михальчук, Варвара Купцова, Лариса Юсупова, Светлана Юнина и Виктория Колесникова. Thank you.
Вот эта девочка очень хорошая. Да, хорошо. Быстрее, быстрее. Поздравляю, молодцы, поздравляю. Спасибо. Ну что, я же говорил, что у тебя большие шансы. Молодец, молодец. Дай я тебя поздравлю. Ну да, чего у тебя платье мокрое, а? Что такое? Что это такое? Интриги. Ничего, ничего, все будет хорошо. Знаешь что? Ты будешь королевой. Я тебе это гарантирую. Ну что, может, мы пойдем куда-нибудь отметим твой выход в финал вместе? Что? Который час? Что случилось? Говори. Мама. Что? Представляешь, там все подстроено. Он хотел меня, он хотел со мной, понимаешь? А ты что? А ты как думаешь? Чего мне стоило вырастить тебя одной? Я думала, ты повзрослела, будешь заботиться о нас. Как ты могла не воспользоваться этой возможностью? Эгоистка. Так ты все знал? Нет. Вика, подожди, Вика. Садитесь, подвезем. А то в такое время одной стрёмно гулять. Нет, спасибо, не надо. Да ладно, садись. Садись. Ребят, помочь? Давай. Вали отсюда. Ну нехорошо иди как-то. Невежливо. Садись. Диктуй, куда тебе? Ладно, походу разберемся. Держись крепче, все будет окей. Заходи. А, прости за хаос. Я гостей не ждал. Вот возьми, я думаю, тебе это подойдет.
Ванна там, горячая вода есть, отдохнуть ты можешь здесь. Утром я приду и привезу тебя туда, куда тебе надо. Ладно, пойду в соседний номер к другу, он один, надеюсь. Чай? Ну как ты, кошмары не мучили? Хочешь, я этому отцу города накостыляю? Да нет, не надо, пусть живет. Круто ты этих вчера. И гоняешь лихо. Спасибо, это моя работа. Ты гонщик? Ну да, что-то типа того. А, прости, забыл представиться. Коренной москвич в полном расцвете сил. Холост, хотя рассмотрю варианты. Короче, Макс. Что в переводе с латыни означает «величайший». Виктория, что означает победа? Так а ты здесь на соревнованиях или рассматриваешь варианты? Ну да, у нас здесь соревнования по мотофристайлу. Слышала? Ну, трюки на мотоциклах. Хочешь посмотреть? Ну, хорошо. Тогда приглашаю, приходи завтра, точнее, сегодня. Платье не жалко надеть. И снять тоже. Несколько вопросов для нашей газеты «Вести Ярославль». Скажите, выполняя такие трюки, вы думаете об опасности? Риск ничто в сравнении со взглядом, которым тебя одаривают после победы. Эту победу я посвятил лучшей девушке Ярославу. Его некоронованной королеве Виктории. Сбежим отсюда. Для молодой пары идеально подходит. Тишина, красота. Птички поют. Вид, загляденье. Тебе нравится? Берем. А я извиняюсь, вы кем, в каких отношениях состоите? Вика моя невеста. А вы откуда будете? Чем занимаетесь? Спортсмен из Москвы. О, Москва. Не была. Ну, мы обязательно с вами поговорим, но потом. А сейчас нам надо остаться вдвоем. Ну, вы понимаете. Вот деньги за 2 месяца. Мир вам. Да любовь. Зачем ты так на меня потратился? Во-первых, я знаю, что ты не хочешь идти домой. Во-вторых, мне нравится твоя улыбка. В-третьих, я решил здесь задержаться.
Мужчина и холостой. Город мне ваш нравится, особенно его лучшая девушка. Ты не против, что я тебя назвал невестой? Наоборот. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Ты мне снился. Сегодня ночью? Ну, чтобы не спали совсем. Нет, не сегодня. Только я еще не знала, что это ты. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Чтобы увидели друг друга не только во снах. Мам, я не вернулась. Я просто пришла сказать тебе, что я на тебя больше не сержусь и вообще. Спасибо тебе огромное. Знаешь, после той нашей ссоры моя жизнь так изменилась. Я влюбилась. Я так счастлива. Кто он? Он такой веселый, бесстрашный, добрый, умный, заботливый. Он просто величайший. Будь осторожна, дочь. Все мужчины обманщики. Попользуются и бросят. Мам, почему ты не можешь просто за меня порадоваться? Я радуюсь. Просто я знаю жизнь. Левченко заходил. Интересовался тобой. Оставил визитку. Как ты можешь об этом говорить? Это такая грязь. На всякий случай. Вика. Пусть тебе повезет с твоей любовью. Алло, Бубочка. Я еду, еду уже, еду, еду. За рулем. Вот сейчас только совещание закончилось. Ну, не отвлекай. Я на дороге все-таки, скорость. Угу. Все, все, все. Андрюша, Андрюш, я хотела сказать, Андрюша, роль-то оказалась совсем маленькая. Даже не роль, а так эпизод. А ты обещал, что это... И? Что обещал? Может, я тебе жениться обещал? Свои обещания я выполнил. Хорошего понемножку. Наши отношения себя исчерпали. Я буду по тебе скучать.
Андрюш! Андрюша! Козлина! Ну как? Ну что, Версаль? И цвет супер. Ага. Отлично. Тебе будет так веселее меня ждать. Уже, да? Зай. Зая. Не надо гонгом готовиться. Я и так здесь уже засиделся. Но это ненадолго. Я же должен все подготовить к твоему приезду. Как же я могу привезти невесту в пустое место? Вот, это тебе, пока меня не будет. Да мне не надо ничего, кроме тебя. Ну, Зай, ну я же не могу позволить тебе исхудать совсем. Тебе надо купить платье. Догадываешься, какое? Ну все, пора на старт. Пожалуйста, побудь со мной еще чуть-чуть. Вот. И помни, что мое сердце всегда с тобой. Зай, поеду шепотом. Что-то случилось. Больше месяца тишина. А вдруг он разбился? Я ведь этого не переживу. Он же меня все, понимаешь? Ты даже не представляешь, какой он. Таких, как он, вообще больше нет. Я его на всю жизнь полюбила. Ну, конечно, как тут не полюбить? Москвич, хорош с собой, при деньгах. Рай, ну при чем тут деньги и Москва? Мне вообще все равно, где с ним жить и на что. Рай, а дай мне денег взаймы, я его в Москву искать поеду. Бабок у меня сейчас нет. Но я через неделю в Москву поеду, к тетке.
Давай так. Если он до этого времени не проявится, я его найду. Где искать-то? Я знаю его номер телефона, но он выключен. Но еще я знаю название мотоклуба. Да я тебе говорю, там два цилиндра было по-любому. Ладно, все, давай. Здорово. Девушка, вам помочь? Да, если можно. Вообще-то я ищу Максима Решетова. И почему все симпатичные девушки ищут Решетова? А не меня, например? Ладно, так и быть. Помогу другу. Макс! К тебе тут пришли! Чем обязан такой очаровательной девушке? Я вообще-то по поручению подруги приехала. Подруга такая же привлекательная? Ладно, об этом позже. Сначала о вас. Не хотите ли пойти сегодня вечером в клуб на вечеринку? Пойдем вдвоем. Вообще-то, я не против. Можно? Это вы? Вы гинеколог? Нет, гинеколог, она просто вышла. Она же... Господи. Возьмите. Спасибо. Я тоже врач. Но другой. А гинеколог она вышла, скоро придет. Моя тетя. Вот, подкармливает меня. Не беспокойтесь, я сейчас выйду. Сейчас. Сережа, ступай к себе в отделение вместе с бутербродами. А то ты мне всех пациентов разгонишь. Не ешь сухомятку. Отличный доктор. Со мной все в порядке? Это не дисфункция? Это не дисфункция. Все в порядке? Вы беременны? Надеюсь, это хорошая новость? Хорошая. Я тебя тут сфотал на память. Сори, но мне пора бежать. И это все? Тебе было мало? Будешь в Москве? Звони. Да. Я тебе там деньги оставил на такси. Прости, сам не успеваю. Ты
Мне сказали, что ты уже вернулась. Почему ты не позвонила? Ты нашла Максима? Что с ним? Да нормально все с твоим Максимом, не считая амнезии. Какая амнезия? Забудь ты про него, подругу. Как он про тебя забыл? Зачем ты? Да на твоем Максиме пробу ставить негде. Он даже ко мне приставать пытался. Я тебе не верю. Ну хорошо. Зая. Он тебе про любовь с первого взгляда втирал? А про то, что его имя означает величайший. Рассказывал. Ну, типа с намеком. Но я не хотела тебя так расстраивать, подруга, правда. Дочь, может, хоть чаю? Что мне теперь делать? Ребенка мы не потянем. Зачем платить без отцовщины? Не повторяй моих ошибок. Какие ошибки? Мой папа ведь погиб как герой. Слов наговорил, оставил беременную и исчез. Всю жизнь не испоганил. Ребенком. О чем же вы думали, когда таблетки глотали? У вас началось кровотечение. Чудо, что выжили. Беременность прервалась. Но у вас еще все впереди, еще будут дети. Ну и ладно. Не надо мне никаких детей. Ни в прошлом, ни в будущем. Там ваша мама. Ждет. С вашей дочкой будет все хорошо. Жизнь ее уже вне опасности. Она пока не готова к встрече, но это последствия шока. Все скоро наладится, не переживайте. Ничего не наладится. Это я во всем виновата. Довела дочь до самоубийства. Thank you.
У вас тут где-нибудь есть нормальное зеркало? А вам еще рано ходить. Набирайте сил, поешьте. Я вот вам теплого куриного бульона принес. Так, гранатовый сок. Первое дело для повышения гемоглобина. Здесь всем пациентам оказывают такую заботу? Или я особенная? Я несколько дней спасал вашу жизнь, хотя все говорили бессмысленно. Вы первая, кого я спасал с того света на самом деле. Я сделаю все, чтобы вы жили. Все? А вы можете одолжить мне денег, 5000 долларов? Ну, конечно, нет. Все мужчины ведь только и умеют, что сотрясать воздух словами. Смотрите, пожалуйста, сколько на моем накопительном счете. $164,502.19. Я хотел бы снять все. А с копейками? С копейками. Слава тебе, Господи! Жива-здорова! Я уж не знала, что и думать. Милая, ну где ж ты пропадала? Мне пришлось уехать ненадолго. Я хочу забрать кое-какие свои вещи. Переезжаю. Ключи потеряла. Сейчас запасные. Деньги за квартиру, за последний месяц, долг. Вы не могли бы оставить меня одну? Ага.